Сумські вболівальники побачать ігри української прем'єр-ліги з футболу наживо. Донецький «Олімпік» свої домашні матчі в чемпіонаті гратиме на стадіоні «Ювілейний» в Сумах. Перша гра відбудеться 20 серпня в рамках 5-го туру чемпіонату проти футбольного клубу «Олександрія». Мы обращались как к «Заре» Луганской, так мы обращались и к «Олимпику», и обращались к «Шахтер» Донецку. Это именно к тем командам, которые в связи с сегодняшней ситуацией в стране остались без своих стадионов. Ну, откликнулся «Олимпик». Вчера приезжали представители, спортивный директор по безопасности. Потом приезжали вчера и люди, которые занимаются именно и рекламой, и всем остальным. И посмотрели они поле, посмотрели стадион, инфраструктуру. В принципе, предварительно можно сказать, что они процентов на 99,9 дали согласие. Якщо ж на стадионе выполнят певні пункты, то донечане продолжат играть на ювілейному до конца этого сезона. Лавочки для запасных, они на сегодняшний день не соответствуют, потому что должно быть 13 кресел, 13 мягких кресел. Поэтому тут практически, чтобы это исправить, надо, скорее всего, выводить второй уровень, чтобы они в два ряда, потому что 13 тут даже никак не встанет. Поэтому это один из моментов. Второй момент, естественно, попросили сделать косметические вот эти моменты, связанные там, где возле реклам. Ну, а так, плюс в раздевалках есть, также сейчас новые требования в регламентах документов по инфраструктуре, что должно быть каждому кресло, шкафчик. Також на стадіоні мають встановити платформи для розміщення телевізійників, адже матчі української прем'єр-ліги транслюють столичні телеканали. Нагадаю, Донецький «Олімпік» із 2014 року виступає у вищому футбольному дивізіоні країни. З того часу не грали жодного матчу на домашній арені. В основному всі ігри відбувалися в Києві. Останньою ареною «Олімпіка» був стадіон імені Баннікова. Його закрили через ремонт.